сорт томата обильное маслово. Это вот такая вот ярко-малинового цвета, немножко вытянутая яйцевидной формы сливка. Это среднеспелый сорт. От появления всходов до момента сбора урожая проходит до 120 дней в зависимости от региона и погодных условий. Это высокорослый сорт, достигает высоту до 2 метров, так как не прекращает свой рост на протяжении всего периода вегетации. Средняя масса одного плода от 150 грамм. Рекордная урожайность, достигнутая при использовании особой технологии создателя сорта, составила у него до 100 штук с одного куста, примерно это 20 килограмм. В разрезе томат четырехкамерный, очень мясистый и в то же время очень сочный. Поэтому из него получается великолепный сок томатный. Также его можно использовать для соления, для маринадов, для приготовления разнообразных блюд. По вкусу томатный вкус, сладковатый более чем кислый, очень вкусный. Рекомендую выращивать как в теплице, так и в открытом грунте. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.